I'm gonna smash Hoshim, I'm gonna smash everybody, yeah! Ow! Мы хотим подчеркнуть, мы никогда не имели прямого контакта с Хамзатом. Хамзат никогда не был вовлечен в разработку. Это не скам, так бывает. Просто люди купили валюту ранее, а затем продали. Ни мы, ни команда Хамзата не причастны к этому.